Здравствуйте, друзья. Ну вот наша брага для бурбона отбродила. Вот так она выглядит. Такое тихое-тихое болотце. Теперь буду ее отцеживать с помощью вот такого девайса. Жидкую часть в банку, а густую часть вот туда в бункер, в перегонный куб. Будет это выглядеть примерно вот так вот. Ну и так далее. Процесс долгий и неинтересный. Ну вот, друзья, наш затор процежен. Получилось почти полный бункер густой фракции, это с учетом того, что не старался ее отцеживать досуха, и где-то 16-17 литров жидкой фракции. Да, брага бродила 6 дней, через 6 дней полностью остановилась. Сегодня 7-й день, ждать, пока она более-менее отстоится, осветлится, времени не было, потому как в следующий раз время у меня будет только в следующие выходные, возможно. Поэтому пришлось заниматься сегодня. Сейчас заливаю в куб жидкую фракцию и буду ставить на перегон в режиме подстил. Вот так получилось после перелива. Уровень разный, и теперь, чтобы сравнять уровни, я немножко перелью из куба в бункер. Вот так выглядит мой аппарат в режиме подстил. Перегонять буду на газовой плите на небольшом огне, так как количество браги довольно большое. В кастрюле уровень высокий, чтобы не было брызгового носа, перегонять буду не торопясь. Холодильник самодельный, внутри 7 трубок с внутренним диаметром около 7 мм. Мощность холодильника колоссальная. Начался отбор вот такими вот капельками частыми. Температура в бункере у нас 36,3 градуса, а температура конденсируемого пара 82,4. Продолжаем отбор. Ну вот, друзья, решил я останавливать перегонку. Только что померил крепость в струе. Крепость оказалась 3%. Ну и я решил, что больше нет особого смысла с этим делом заморачиваться. Сейчас отберу из банки в мензурочку. Проверю спиртозность спирта сырца, которого, как видно, у нас получилось примерно 12,5 литров. Плиту отключаю. Набираю сырец и включаю снова. Ну вот, сырец я налил в мензурочку, померил его температуру. Температура равна 22,5 градусов. Крепость сырца, согласно спиртометру, примерно, да не примерно, точно 31 градус. Ну, то есть, если брать с коррекцией, получится 30 градусов. То есть, у нас сырец получился
как раз той спиртозности, которую нужно заливать в куб по выходу продукта. Я считаю, что эксперимент удался, учитывая, что сердца у нас где-то 12 литров, 30% спиртозности. То есть получается, что у нас в сердце 3,6 литра абсолютного спирта. По-моему, очень даже неплохой результат. Спирт, сырец получился довольно ароматный. Посмотрим, что получится после дробной перегонки. До встречи, друзья!